Друзья, всех приветствую. Вы находитесь на канале Дневник Грибника. Выбрался я сегодня на тихую охоту. 6 часов утра, я уже в лесу. И вот таким вот замечательным грибочком лес меня встречает. Вот такой вот шикарный, классный подосиновик. Только-только зашел в лес, и сразу же вот такая замечательная, классная находка. Ну что же, пойдем дальше, будем искать. Я уверен, что что-нибудь мы сегодня с вами интересненькое найдем. Не прошло и 2 минут, а уже следующие находочки. Смотрите, вот такой вот подосиновик. И здесь вот под веточкой еще один, помоложе. И здесь вот рядышком еще сыроежечка. Ну, сыроежки, наверное, я брать не буду. Ну что ж, скорее сорвем их и посмотрим. В каком же они состоянии. Вот такой вот. Вот этот вот большой, скорее всего, будет. Скорее всего, будет червивым. Ну, сейчас проверим. Сейчас посмотрим. Смотрите, он чистенький. Он хоть и староват уже, но еще довольно крепкий. Во всяком случае, на сушку он точно пойдет. Главное, что червей там нет. Потому что червивые грибы я не собираю. Ну, а этот идеальный. Просто идеальнейший. Ни одной дырочки. Вот так вот. Отправляем их в корзинку. И продолжаем свой путь. Ребята, опять находочка хорошая, классная. Посмотрите на эту красоту. Буквально отошел чуть-чуть в сторонку. И вот он уже. Замечательный грибок. Ах, обломался. Да, он чистый, вот видно, даже срезать не надо. Ножка отломалась, он чистейший. И под шляпкой видно, что вот качество гриба неплохое. Такой вот подос. Классный, классный, замечательный грибок. Обследую вот такое место. Здесь молодая ель. И тоже молодые березки и осинки. Такой вот смешанный лес здесь. Ну вот, в общем, это место я сейчас буду хорошенько обследовать. Ребят, а вот, смотрите, что под такой вот елкой завалены. Смотрите, какая красотулька. Смотрите, какой малыш. Вау. Это подосиновичек тоже. Посмотрите, какая красота. А он, видите, кто там уже желез в этом подосиновике. Это проволочник. Это такой червячок-проволочник. Но он далеко еще его прогрызть не успел. Этот проволочник. Смотрите, как он выглядит. Вот он. В лисичках часто бывают такие вот черви. Но он чистый. Вот только что этот проволочник вот немножко ножку подточил. Такой вот молоденький, классный малыш. Все, идем дальше. Так, ребят, ну опять, буквально вот чуть-чуть прошел, пару минут, и опять очередная находочка. Посмотрите, под елочкой опять нас ожидает подосиновик. Вот он, смотрите. Хочу сказать, что качество его очень даже неплохое. Сейчас обрежем, посмотрим. О, вообще чистоганчик, посмотрите. Странно. Это даже странно, вот такие, вот такого размера, казалось бы, подосиновики уже не совсем молодые. И сейчас в нашу засуху, в эту жару, которая сейчас у нас, они чистые. Очень даже это здорово, очень радует. Ладно, отправляемся дальше. Ребят, издалека прям увидел кое-что интересное. Пойдемте с вами вместе посмотрим, что же это такое. Вау! Вау, вот это класс! Вот это красота! Не знаю, насколько же эта красота себя оправдает, но издалека он очень красиво смотрелся, очень впечатление произвел, скажем. Посмотрите, ребят. Может быть, сейчас здесь темновато еще, плохо видно, но, по-моему, качество его достойно внимания.
Посмотрите, такого размера подосиновик и довольно неплохого качества. Ну, давайте же скорее посмотрим. Давайте же скорее проверим его. Ну, идеальный, идеальный, ребят, смотрите. Вообще шикарный. Конечно, он староват, да, но он чистый. Он не червивый и в сушку он пойдет вполне. Вот, в корзину его. В корзиночку. Этот подос замечательный, но он здесь не один, ребят, смотрите. Вот здесь вот еще один нас поджидает рядышком. Вот он. Вот он, красавчик. Вот он, замечательный такой вот красавец. О, но тоже хочу сказать, что неплохого качества не видно. Не видно на нем никаких следов пребывания червячков. Проверяем. Оп, а вот этот уже, смотрите, этот уже немножко... Ну, там он буквально пару дырочек. Шляпка будет нормальная, серединка вот эта вырежется. Я не буду сейчас его разрезать, потому что он большой. И чтобы он не помялся, не попортился, ставлю его так. Но я уверен, что там все в порядке. Ну, вот так вот. Что ж, обследуем это место повнимательней. Посмотрим, должно что-то еще здесь быть, я уверен. Друзья, смотрите, опять крутая находочка. Смотрите, вон он, видите, под елочкой сидит, спрятался. Пойдемте-ка вот так, как же его достать? О, придется лезть на коленках под эту елочку и его доставать. О, ох, красавчик. Ох, хорош. Ох, хорош. Давайте вылезу из этой темноты, из-под этой елки. Смотрите. Тоже вроде неплохой. Так, немножко есть дырочек, немножко червивая, шляпка будет хорошая, там он буквально пару дырочек. Ну, тоже в сушку пойдет, он такой уже не молодой, такие грибы обычно я сушу. Пойдет. Как раз, кстати, буквально вчера я приобрел новую сушилку. Вот заодно сегодня я ее и испытаю, будет чем испытать. Ну вот так вот, начало такое. Корзинка потихонечку наполняется. И все буквально вот я вокруг одного места хожу, вот тут вот, прочесываю его. И находочки пока радуют. Ой, ребят, еще какой-то грибочек здесь в мху попался мне. Под березовик, я так подозреваю это. О, да. Да, это подберезовичек такой молоденький, крепенький. Ну, крепенький. Где ж он крепенький? Посмотрите, такой молодой уже. Вон, видите? Ну, шляпка, края шляпки будут нормальные. А ножка? А ножка уже червивая. Ладно, бросаю корзинку. Разберемся. Вот, несколько лисичек мне попалось. Таких вот красоток. Но я уже вам не показывал их. Они вот здесь, кстати, рядом с этим подберезовиком и росли в мху. Все, идем дальше, друзья. Так, ребята. Кто это у нас здесь спрятался? Вот он. Вот красавчик. Смотрите, какая красивого цвета шляпка. Немножко его слизнячок там он снизу подъел. Но он чистенький. Смотрите, друзья, срез абсолютно чистый. Ни одной дырочки. Вот такая вот находочка, тоже приятная. Отправляем его в корзиночку. Отправляем его в нашу корзинку. И идем дальше. Ребят, чуть мимо не прошел. Поворачиваю голову к этим елочкам. Молодым. А тут вот стоит красавец. Желтобурый подосиновик. Идеального качества. Я так думаю. Вообще белоснежный просто внутри. Ни единой червоточинки нет. Вот такой вот красавец. Пусть он и не совсем молодой. Пусть он уже такой подросший, но он крепкий, хороший.
шикарный гриб. Конечно же, мы берем его и отправляем в нашу корзинку. Друзья, сделал буквально 5 шагов в сторону. Пробираюсь тут сквозь вот эти вот заросли молодых елочек. И здесь меня поджидает вот еще один красавец. Посмотрите, какой. Посмотрите, какой. Тоже идеальный. Тоже шикарный. Я уверен, что он будет идеальным. Обрезаем ножичку. Смотрим. Красота. Шикардос. Были бы они помоложе, конечно, было бы вообще здорово. Ну, какие есть. Берем, какие есть. Ребят, находочки радуют. Довольно часто попадаются. Я хожу буквально, можно сказать, вокруг машины. Далеко никуда еще не ушел. Прочесываю внимательно. Все вокруг машины, такой небольшой пятак. И вот находки есть. Очень такой густоватый. Здесь вот ельник молодой. Осинки, березки молодые. Вот такой вот лес. Они густоватые, приходится продираться через них, пробираться и внимательно смотреть. И находочки радуют. Вот такие, друзья. Вот такие классные, яркие шляпки. Ну что, друзья. Все то место, где я ходил, я обошел. Больше там каких-то интересных находочек мне не попалось. Но место там и небольшое такое. Там, я говорю, буквально вокруг машины походил. Дальше лес переходит вот в такой вот биотоп. Здесь молодая сосна. Вообще совсем молодые сосны, такая вот посадочка. И изредка здесь проскакивают березки молодые. А здесь по эту сторону уже взрослый ельник там дальше пошел. Вот перешел я в эту сосновую посадочку. Вот такая вот здесь красота. Ох, ох, какой же он. Прям с хрустом так срывается. Смотрите, какой загнутый такой крючок. Под шляпкой все чистенько, идеально, белоснежное просто. Так, ямку закрываем. Вот так вот нещадно, друзья, я рву эти грибы. Видели, как я порчу грибницу? Как я... Ничего потом здесь не вырастет в этом лесу. Вот такой вот я нехороший человек. Пишут иногда такие комментарии, что вот какой ты. Из-за таких, как ты, потом ничего не растет в лесу. Рвешь с корнями грибы. Нет, друзья, у грибов корней. И как вы его собираете, никакой абсолютно разницы нет. На грибницу это не влияет никак. Хотите, вы лопатой их выкапываете, эти грибы. Хотите, топором срубайте. Но все равно есть такие вот безграмотные люди, которые вот ерунду всякую пишут. Смотрите, какой красавец. Чистенький. Это вот не дырочки, это он вымазался просто вот в землю. Я его плохо обрезал. Такой вот красавчик. Идеальный, крепкий, вообще шикарный, красивый гриб. Да, так вот, друзья, что я говорил, что по поводу сбора грибов нет никаких правил. В сборе грибов, как вам удобно, так и делайте. Хотите, вы их выкручиваете, вырываете, режьте. Уже это научно доказанный факт. Уже давным-давно все доказано, все известно. Не надо никаких версий строить тут и что-то думать, выдумывать, придумывать. Единственный способ уничтожить грибницу и нанести ей какой-то вред, это вырезать под корень полностью весь лес и закатать все асфальтом. Тогда вот будет вред грибнице, тогда грибы не будут расти. А так, как их собирать, никакой разницы нет. Красота, шикарный гриб. Идем дальше, искать еще вот такие вот замечательные экземпляры. Ага. Друзья, это маслен. Это масленочек. Не знаю, в каком же он состоянии. Сейчас проверим. Ага. Ножка червивая, смотрим. Смотрите, вырезать серединку, вот эту ножку, края шляпки нормальные, возьму. Но он здесь не один. Он здесь не один. О, да даже их тут и не два. Смотрите. Вот еще один красавчик такой. Оп. Вот. С виду так вообще они кажутся шикарные, такие крепкие. Но не знаю, как
на самом деле. Будем сейчас смотреть, проверять. Смотрите, вот они еще. Это место я знал, по маслятам оно очень перспективное. Эти сосенки. Убираем вот эту ветку. Под ней вот они. Вот этот сразу видно, что никакой съеденный в хлам. Так, смотрим, что же здесь дальше. Вот они. Вот они. Где тут дальше? О, вон там. Там их довольно много. Веточки. Веточки мешают. Ох, крепко сидит. Ну да, они, скорее всего, червивые будут все. Ну, сейчас проверим, может хоть парочку какую выберем. После дождя, друзья, здесь, в этих местах, в этих соснах, очень-очень много бывает маслят. О, смотрите, какой вообще. О, в труху просто. Оставляем вот тут. Тут молоденькие, хорошенькие. Такие вот. Это тоже уже видно, что все. А вот рядышком хорошенький такой был. Так, вот они еще здесь все попрятались под иглицей. Этот червивый сразу видно. Скорее всего, тоже. Ну, сейчас вот я их все соберу, друзья, и мы с вами посмотрим. Я думаю, что парочка грибочков хотя бы окажется целых. Вот этот сразу видно, что вот он. Его берешь, и он уже в руках разваливается. Так, где еще я тут где-то видел? Где-то я тут видел их еще. Ага, вот. Вот молоденький. Ложим его сюда. К остальным. И вроде все. Тут вот под елочки маленькие какие-то. Тоже уже, видать, подуставшие. Вот этот еще отрежем, проверим. Так. Вот. О, этот я ногой сбил, не заметил. Под иголочками сосновыми. И вот еще. И вот еще. Вот такой вот масляк. А вот еще маслятушки, ребятушки. Вот они. Ой, эти уже даже на ощупь какие-то мягкие. Смотрите, вот ножка уже черная прям. О, в хлам. Просто в хлам. Вроде все. Вроде все собрал. Больше не вижу. Ложим их все в одно место. Ну, вон там еще 4 штучки. Друзья, сейчас я их обрежу все, посмотрю, в каком же они состоянии, что же тут из них можно взять. Ребята, зашел я в ельничек вот такой вот. По тем молодым сосновым посадкам только червивые маслята мне попадались периодически. Больше ничего там не было, решил я прошерстить вот такой вот ельник. И здесь меня встречает шикарнейшая находка. Ох, как же я ждал эти грибы. Давненько я их ждал. И вот дождался наконец-таки. Узнаете, друзья? Это же зонтик. Один из любимейших моих грибов. Вкуснейший гриб. Это зонтик. Кто не знаком с ним, с этим грибом, друзья, это не мухомор, это не поганка. Это шикарный гриб, это зонтик. Готовится очень легко. Берется просто шляпка. Обваливается в кляре, обмакивается. Муку с яйцом разводите и все. Обмакиваете туда вот эти шляпки, обжариваете их. И получается просто обалденный деликатес. Кому-то он напоминает вкус рыбы, кому-то вкус курицы. Я не знаю, что-то среднее между рыбой и курицей мне он напоминает. И очень-очень вкусный. Пока вот он один мне только попался, но я, конечно же, сейчас пройдусь здесь повнимательнее, посмотрю все. И надеюсь, что я еще его найду.
Он чистый, он не червивый. Единственное, они, конечно, очень хрупкие. Очень хрупкие. Может его быть тяжеловато донести до дома. Сейчас мы его аккуратненько. Аккуратненько сейчас мы его положим в корзинку, чтобы не повредить его, не поломать. Берутся, друзья, только шляпки для приготовления. Единственное, про ножки я слышал, что их сушат и делают из них грибной порошок, грибную приправу. Но я не пробовал так делать, поэтому не знаю, что из этого получится. Все, ложим шляпочку аккуратно сюда и идем дальше. Я думаю, что что-то еще найдем. Ну что, друзья, закончил я свой грибной поход. Как-то все, конечно, грустно, печально, не очень хорошо. Покажу вам. Ну вот мой такой вот скромный сегодня результат. Я говорю, буквально вот за час я вокруг машины походил, вот подосиновиков немного собрал. Чуть-чуть маслят, там лисичек несколько, вот зонтик один попался. И все. Очень-очень, друзья, у нас сейчас сухо, грибов вообще мало. Ну, будем ждать дождей, что поделаешь. Такая вот она природа, такая вот она погода. Ребят, так вот, скромно, но что-то есть, что-то собрал. Вам показал, какая у меня сейчас обстановка в лесах, в моих местах. Друзья, кому понравилось, пальцы ставим вверх, подписываемся на канал. Всем до новых встреч, всем пока.